вони помилилися і фамілією, і маючи паспорт з пропіскою, і ніхто не сообщив. Мені дзвонив без четверті вісім, а вісім ракети впали. Сказав, все нормально, все хорошо, все. Работаем. И он говорил, мама, война будет. Мы не верили в это. А он все время говорил, будет война, будет. Ну вот. Просили показать, не показали. Запомнить его, каким он был, он в плохом состоянии. Это было 15 апреля. А он уже был похоронен. Мы сейчас занимаемся попыткой приравнять их к участникам боевых действий, поскольку они находились в момент гибели на службе в составе территориальной обороны, хотя формализованы не были до 15 апреля фактически.